Всем здорово, мужики! Это мой новый ролик на моем YouTube-канале. Сегодня я решил залететь на Вандеркейс. У меня на бальке 14 500 рублей. В прошлом видосе у нас на балансе было гораздо больше. У нас было 8 кусков на балике. Но я, к сожалению, открывал очень дорогие кейсы, заигрался и в итоге просрал дохрена баланса. Сегодня мы будем подниматься с этого балика. И надеюсь, мне Вандеркейс будет выдавать куда лучше. Полетели со старта кролик. Это уже традиция. Начинается с данного кейса. 5 штучек на 5950 рублей. И в идеале, прямо в начале видоса, хорошо окупаться. Ну, две карты сэры падают, по идее это неплохо, но в общем это все равно минус на 900 рублей. Давайте еще 5 штук, мы или со второй попытки, а со второй попытки мы не выходим в плюс, сука, еще 5. Давай, да, а, мы, кстати, выходили в плюс, но мы сейчас в еще более жесткий плюс вышли, и мы со старта видоса поднимаем плюс 1000 рублей к балансу, а самое главное, это как раз начать ролик в плюсе, ибо как видос начнешь, так и закончишь, ну и все сами прекрасно знаете. Также, парни, напоминаю, все, кто хотят покатать на Вандеркейсе, вы можете при пополнении ввести промокод NKLR и получить плюс 25% к депозиту. Депать можно абсолютно со всего. С карты, скинами, криптой, как вам нравится. Депнули скинчиком 1000 рублей. На балике получили 1250. Вы со старта будете в хорошем плюсе. Также напоминаю, если вы регистрируетесь по моей ссылочке в описании под видео на Вандеркейсе, вы получаете бесплатный кейс просто за регистрацию на сайте. Еще можете зайти в бонус, подписаться на всех соцсети и получить сверху 12 рублей на халяву, что тоже очень даже приятно. Так, ладно, мы полетели дальше открывать кейсы. Давайте сейчас тройнем какую-нибудь пипегу. 3 штучки на 9000 рублей. И надеюсь, пипега меня подводить, сука, ну прям полное говно падает. Ну хоть последнее окупает, нет, 4600. Еще 3 штуки, зря я так рискую в начале видоса, на самом деле, потому что можно все слить. Просто за мгновение, но нам везет. Ладно, неплохо, еще 3 штуки. Вот опять нам везет, отлично, ладно. Нет, нет, все-таки я знал, что я рискую, и я это сделал правильно. Потому что если я хочу камбэкнуть все, что я просрал, мне в любом случае надо много рисковать. А полетели сейчас, наверное, пооткрываем, ну, что-нибудь более лайтовое. Например, Twitch, 5 штучек на 2750 рублей. Так, 200, говно падает, еще 5 штук. Может, со второй попытки будет получше, 4000, неплохо. В этом кейсе самое приятное, это, я не помню, я вроде вот это SG ультрафиолет выбивал. Она 1003-4 стоит, ну, из красного, естественно, есть. Здесь до хрена всего выбивал. Короче, Twitch кейс может сыпать, но должно повести. Но пока что-то ни хрена. 2600, еще 5 штук. Ну, что-то как-то 2900, еще 5. Ну, опять хреново. Ну, хотя нет, он окупает. На самом деле, я зря новый на него. 3000, еще 5. Давай что-нибудь прям мощное. 2700, понял, еще 5. Вот! А, ну да, 2300, неплохо. 3700, на балике почти 25 тысяч рублей. Ну, слушайте, мы только начали видос, а уже подняли плюс 10 тысяч рублей к балансу. Я, конечно, понимаю, в основном потому, что нам повезло в пипеге, но все равно, самый главный результат и что нам везет. А давайте сейчас магнат, 4 штуки на 10 тысяч. Рисково, но, опять же, я хочу понемногу начинать камбэкать все, что просрал в прошлом видосе. Падает полное дерьмо, если честно. Можешь еще один быстренько, и ты меня купишь. Ну, чисто пожалуйста, эско шедевр. Отлично. Так, ну ладно, ладно. На балике 27 тысяч рублей. Так, но с таким балансом, как будто не грех рискнуть и один раз открыть, наверное, перчаточный за 11 900 рублей. Ну, чисто один кейсик, и ты меня сразу хорошо окупаешь. А снова это вроде плюс, я же прав? И вроде хороший. 17 075 рублей нам падает, и на балике 33 куска. Отлично, вот это мне прям нравится. Так, хорошо, сейчас давайте тройнем Баленсиага, 4 штучки на 6360. Ну, тут падает 4600, слабовато, еще 4, так, тут уже получше, 8900, еще 4. Так, на самом деле, в идеале, я думаю, можно поставить цель, это 40 тысяч, конечно, ни хрена себе цель, это мы тогда за видос поднимем плюс 25 тысяч рублей к балансу. Но зная Вандеркейс, он может так выдать спокойно. То давайте поставим себе цель, это 40 тысяч рублей на балансе. Как ее пробиваем, я думаю, можно заканчивать видос. Но Баленсиага пока как будто меня понемногу сливает, но нет. В конце он решил мне выдать Наваха пыльник. На балике уже почти 40 тысяч рублей. Так нам до 40 кусков осталось поднять плюс 1005 рублей. И все, и моя цель выполнена. Давайте тайная, 5 штучек на 3000 рублей. Можешь выдать, ну по-братски. 3200, ну почти, еще плюс 800 рублей. Скоростной зверь, ну 2600, сука, еще 5 штучек, ну давай, Тимукао падает, вот это неплохо. Плюс 900 рублей выдать, ну это легко. Ну ты, сука, еще 5, ну плюс 900, вот это хорошо. Так, 4400, плюс 1000, давай, осталось халява. Ну не хочет, или хочет на балике 40 тысяч рублей. Ну пацаны, на этой прекрасной ноте, когда мы подняли, получается, плюс 25 кусков к балансу, я предлагаю заканчивать видос. Сейчас еще хочу лишь вот так вот сделать, а 1 апреля нам падает. Даст 3 рубля, говно на самом деле, но я просто сегодня вообще не делал апгрейды. Давайте попробуем поймать какой-нибудь лоу процент, здесь вроде...
мы не сможем все ловить. Давайте вот до 600. Просто я хочу сделать один жесткий апгрейдик за сегодня. Ну, тут нам упало такое говно, что мы даже не можем по процентам найти то, что нам подойдет. Ну, давай вот так, 6%. Может, еще и апгрейдик. Ну, не, ну и хрен с ним. Все, на этом заканчиваем видос. Мы сегодня подняли плюс 25 кусков. И я считаю, это отличнейший результат за ролик. И также, парни, напоминаю, все, кто хотят покатать на Вандеркейсе, вы можете при пополнении ввести промкод NKLR и получить плюс 25% к депозиту. Депать можно абсолютно со всего. С карты, скинами, криптой, как вам нравится. А депнули скинчиком 1000 рублей. На балике получили 1250. Вы со старта будете в хорошем плюсе. А также не забывайте про бесплатный кейс за регистрацию на сайте. И еще можете зайти в бонус, подписаться на все соцсети и получить сверху 12 рублей на халяву. И все, мужики, всем большое спасибо за просмотр. Ставим лайки, подписываемся на канал. Не забываем писать какой-либо комментарий. Это сильно помогает продвижению ролика. Но я считаю, за видос, где мы подняли плюс 25 кусков к балансу, начали понемногу камбэчить все, что просрали в прошлом видосе. Но, пацаны, с вас по-любому лайк, подписка и комментарий. И все, мужики, всем удачи, всех люблю.